Конкурс «Учитель года Самарской области» открывает новые имена. Он проходит в регионе уже в 33-й раз. На протяжении года педагоги из всех уголков региона готовят презентации своих уроков, участвуют в отборочных этапах, чтобы встретиться в финале на большой сцене. Важность их труда переоценить невозможно, и особенно дорого получить признание в год педагога и наставника. Наконец-то наше общество, наше государство осознало, насколько важен труд педагога. Насколько важен учитель в жизни не просто каждой семьи, каждого человека и ребенка, а в жизни в целом всего нашего государства и общества. И мы очень рады тому, что вам уделяется внимание, ваш труд признан главным в нашей стране. Спасибо вам за это. По словам губернатора Дмитрия Азарова, это конкурс, в котором есть победитель, но нет проигравших. Ведь все навыки и знания, полученные во время конкурса, педагоги смогут применить на своих уроках, вдохнув новую жизнь в привычную подачу материала. Благодарю вас за этот замечательный субботний день. Конечно, учителя привыкли по субботам работать и в холод, и в зной. Но сегодня вы отдыхаете на этом чудесном празднике. Это роскошь человеческого общения педагогов с вами теперь навсегда. Я вас с этим поздравляю. Лауреатам номинации «Духовно-нравственное просвещение», «Формула успеха», к вершинам педагогического мастерства, гражданско-патриотическое воспитание стали 21 педагог. Им вручили дипломы и денежные премии. А победитель конкурса отправится в столицу, чтобы представить регион на всероссийском этапе. Андрей Бессонов, Виктория Шара, Николай Епифанов. События.